Время строительства 1333-1380. Еще тогда строился собор. Здесь зазвучала органная музыка. К сожалению, имя органного мастера нам неизвестно. Известно только то, что был священнослужителем. Со временем орган перестраивался, становился размерами больше. Но самый большой орган собор был построен в 1721 году в стиле барокко органостроителем Иоганном Мозге. Это был самый большой представительный орган во всей Пруссии и имел 64
Существовала и школа органиста, где обучался искусству игры на органе знаменитый сказочник, музыкант и художник Эрнст Теодор Амадей Гофман, главного органиста собора Попельского. Сожалению, там красавцу органу, да как всему собору в том состоянии, не суждено было сохраниться до наших дней. В августе 1944 года, во время налетов английской авиации, а в налетах принимало участие около 400 самолетов, центр Кёнигсберга был уничтожен. К счастью, что ни одна из бомб в собор не попала. Но он загорелся от ближайших зданий, полностью выгорел. В этом пламени пожарище сгорела вся вода, башня, крыша, хоровой и большой орган. Долгое время собор находился в виде руины. И только в 1992 году группа энтузиастов начала восстанавливать собор из руин. Пришлось столкнуться с многими трудностями. И в результате восстановительных работ возникла идея восстановления органного комплекса. И этой идее суждено было сбыться в 2005 году во время посещения президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Были выделены необходимые средства, был проведен конкурс. Этот конкурс выиграла органостроительная фирма из города Потсдам Александр Шукин. Это очень известная органостроительная фирма, одна из заслуг которой – установка нового органа в соборе Святого Фомы в Лейпциге, где служил органистом сам Иоганн Себастьян Бах. Кроме того, фирма построила ряд органов Российской Федерации, бывшем Советском Союзе. Что касается фасада, то здесь конкурс выиграла наша местная калининградская фирма. Мебельно-строительная фирма «Максик», которой руководит почетный мебельщик Российской Федерации Макс Ибрагимов. Одним из жестких требований фирмы было как можно точное воссоздание фасада большого органа по черно-белым довоенным фотографиям, что с честью фирма «Максик» и выполнила. Наш органный комплекс является самым большим в Российской Федерации и на всем постсоветском пространстве, одним из крупнейших в Европе, и состоит он из двух органов – малого, хорового и большого, которые связаны между собой оптико-волоконным кабелем. Малый хоровой орган имеет у нас 32 регистра, 2224 трубы, большой – 90 регистров, 6301 трубу, где самая высокая труба – 10,5 метров, а самая маленькая – 11 миллиметров. Сегодня для вас в программе будут звучать произведения Иоганна Себастьяна Баха и композиторов-романтиков. Иоганн Себастьян Бах, Токката и фуга минор, Алессандро Марчелло, Адажио, Ханс Андрешко, Ронда а-ля Латино, Эдвард Грик, Хоровод гномов, Леон Бельман, готическая сюита, интродукция хорал, готический минуэт, молитва и токката. У органа настоящий мастер, победитель всероссийского международного конкурса по органной музыке, титулярный органист кафедрального собора Евгений Авраменко.
Евгений Авраменко. Все меняется.